все в одной комнате. И мамы. Елена Калинина двух своих дочек чуть не лишилась под Новый год. Сотрудники отдела опеки и попечительства Советского района предупредили, что отправят девочек в детский дом, если родители не решат проблему отопления в комнате. На 27 метрах коммуналки сейчас проживает 8 человек. Отапливается жилье электрообогревателем. Я сказала, что я своих детей не отдам. Попробуй, только пусть придут. Нам был на тот момент около 4 месяцев. И как бы был сильный шок, у меня даже пропало молоко, мы искусственники. Центрального отопления в доме, которому более 100 лет, не было отродясь. До 2009 года к старинным печкам был подключен газ, но его отрезали. Дымоходы от старости стали разрушаться. Фактически дымоход-то по самый первый этаж, он завален. Чистить и ремонтировать их жильцы на свои деньги отказываются, потому как дом муниципальный. В здании нет еще и горячей воды, ее тоже греют на газу. А что, сказать, опасно? Опасно, вот, да. Это кухню не забили. Уже много лет. Ну вот тут газ еще работает, а вот здесь вот... Холодильники не подключаем, боимся. Дом бывшего артучилища был признан аварийным еще в начале нулевых. Именно в таком состоянии Минобороны его и передала городу. Если бы исполком и планировал заняться капитальным ремонтом, то не раньше 2043 года. Но потом весь комплекс артучилища, 8 домов и 3 гектара земли продали под застройку коммерческого жилья. У людей появилась надежда переехать, и ради этого они даже начали приватизировать ветхое. Но все застопорило здание бывшего военторга и детского сада. Министерство культуры признало исторической ценностью, а значит, сносить нельзя. Детский сад из этого здания съехал еще в 2011 году. Но, как говорят жители Октябрьского городка, здание почти никогда не пустует. Сюда регулярно наведываются люди из определенного места жительства. А вот на днях сатанисты здесь совершали свои магические обряды и, судя по всему, жгли фаеры. Вместо пустующих зданий должен появиться торговый комплекс. Но Минкульт Татарстана настаивает на вписании градоформирующего объекта в новостройку. Вот и начались долгие совещания. И дальше мы будем продолжать с ними встречаться, находить какие-то общими усилиями пути решения этого вопроса. Потому что игнорировать полностью мнение очень многих жителей города, которым дорог этот район, именно вот с теми домами, которые там до сих пор еще... Некоторые из них сохранились, мы тоже не можем. Застройщик, как заявляют люди, отказывается переселять людей в новое жилье, потому как землю военного городка он покупал под тотальный снос. Строительная компания надеется, что компромисс будет найден. Жители аварийного жилья тем временем ждать не хотят и просят снять с соседних зданий особый статус. Елена Горбунчикова, Андрей Ключников, телеканал «Эфир».